Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас обзор сюрпризов в пакетиках по легендарной манге и аниме Наруто. Откроем 10 пакетиков и попробуем собрать всех ниндзя. Будет интересно. Ставь лайк и поехали. Аниме я, к сожалению, не смотрел, но еще не вечер. А вот мангу потихоньку читаю. Уже прочитано 135 глав. Но давайте вернемся к пакетикам. На обложке главный персонаж Наруто. И вся его геройская команда. Наруто Шипуден. Интересно, какие игрушки будут внутри. Так, кто это такой волосатый? А вкладыш есть тут? Есть подставка, это здорово. Вкладыша нет, но есть три карточки. Это похоже игровые карточки. У каждой есть характеристика энергия, атака. На первый изображен Наруто. А вот этот парень, уворачивающий от кинжалов, или кидающий кинжалы. По-моему, Минато Намикадзе, 4-й Кахаги. Но я могу ошибиться. Это, скорее всего, тоже Наруто. Правда, он в каком-то огненном варианте. Я еще такого не встречал. И вот такая фигурка мне попалась первой. Очень похож на Наруто, но, скорее всего, это Минато Намикадзе, 4-й Хокаге, который был на карточке. У него точно такие же глаза, как у Наруто, голубого цвета, и прическа похожа. Но вот повязка черная. И плащик зачетный, белый, с красными огненными языками. И какой-то надписью. Кто знает, что тут написано, напишите в комментариях. Плащ такой неплохой, резиновый. Под ним штаны со сланцами и футболка. Похоже, это очередные китайские сюрпризы. Фигурки пахнут неприятно. По окраске особых косяков не наблюдаю. Единственное, что мне нравится, как фигурка стоит на подставке. Не могли по центру сделать. Ладно, дальше видно будет. Новые карточки. Это, скорее всего, Саски Утиха. Вот этого паренька не знаю. Кто такой, напишите. Ну и еще раз попался Минато, повторная карточка. Фигурка новая. Подставка имеется. Это Недди Хьюга. Он из деревни Скрытого Листа. Стоит в боевой стойке, готов к битве. Кстати, на карточке, по-моему, тоже он был, а не Саски. Перепутал я их. Вот эту фигурку уже похуже раскрасили. Руки ему зачем-то белым все закрасили. Тут есть косички в покраске. Штаны одного цвета черного, но детализация неплохая. Лицо, в принципе, сделано хорошо. Повязка тоже зачетная. И стоит отметить пышные волосы у Хьюги. Интересно, они в бою ему не мешают? А еще вот эти пряди по-любому в глаз постоянно попадают. Такая карточка уже была. А вот это, по-моему, Саски, если я опять не ошибаюсь. И непонятный парень в зеленом костюме. На зеленого фонаря похож. Но вот это точно главный персонаж манги Наруто. Показывает кулаком на очередного соперника. Выходи драться будем. Правда, он какой-то тут несуразный. Как будто его взяли за голову и вытянули немного. Ну посмотрите. Уж очень тонкое тело, вытянутое, и большая голова. Как-то смотрится странно. Усы у Наруто уже вылезли. Слобный взгляд, оскаленная пасть. Настоящий лис. Повязки, похоже, у всех одинаковые будут. Причесочка. Прям как у Минато. Вот почему я их перепутал. И глаза голубые. Тут Наруто одет в привычном своем оранжевом комбинезоне. С различными ништяками. Надеюсь, найдем Наруто покруче, чем вот этот вот. О, они теперь могут драться. Первая повторка. Отложим в сторону. А карточки такие же? Карточки... А нет. Вот тут новая карточка есть. И если я не ошибаюсь, то это Гаара. Очень злобный паренек. Откроем сразу следующий пакетик. Кто-то тут с белыми волосами. Такой нам еще не попадался. Так, Саски.
Недзи Хьюга и Наруто. Все три карточки повторные. Это Какаши Хатаки. Шиноби скрытого листа. Очень сильный ниндзя. А в свободное от работы время он любит почитывать книжки, да не простые, а любовные женские романчики. Вот такой вот ниндзя. Но, как говорится, у каждого свои хобби. У Какаши видно только один глаз, остальное все закрыто маской. Он одним глазиком так в книжку и поглядывает. Здорово, что фигуркой сделали с книжкой. Руку другую он в карман засунул. Стоит, ни о чем не беспокоится. Уверенный в себе шиноби. У него прикольные белые волосы. Точно такие же, как у Наруто. Но они, в принципе, из одной деревни. Там у всех такие прически. Вот эта фигурка мне больше нравится. Хотя есть у нее косяки в покраске. Но почему нельзя по Наруто сделать нормальные качественные фигурки? Саски, зеленый фонарь и Наруто. Карточки разнообразием не отличаются. Но зато попалась новая фигурка. Еще один ниндзя из скрытого листа. Зовут его Рокли. Он особыми талантами не обладает, но обладает зато очень сильным упорством. И поэтому не отстает от других. В интересной позе он стоит. Одну руку за спину увел, другую вверх поднял. Боевая стойка. Он, кстати, может двигаться. Потому что до этого крепления не достает нога. У этого Рокли очень мощные брови. Самые мощные в манге, прям как у Брежнева. А еще кто-то ему, похоже, глаз подбил. Да и этот тоже не удался. От этого он рот раскрыл. Больно, говорит. В отличие от других шиноби, повязочку он носит на поясе. Карточки прилипли. Была. К сожалению, карточек новых пока не видим. Да и фигурка тоже повторная. Еще один вытянутый Наруто. О, а вот и Какаши Хатаки в бою. Тут у него даже два глаза видно. Так, это была карточка, это тоже. Одну новую карточку нашли. Может, и фигурка будет новой? Точно, новая. Здорово. А вот с идентификацией вот этого персонажа у меня возникли трудности. Вроде бы похож он на Гаару своей татуировкой. Правда, у Гаары она немного сбоку, у этого на лбу. И цвет волос отличается. Посмотрите, какой хмурый взгляд из-под лоби. Набычился. Стоит, руки сложив на груди. Сразу видно, злыдень. Кто знает, кто такой, напишите в комментариях. Весь замотанный. Скорее всего, он тоже из деревни скрытого песка, как и Гаара. Ведь татушки-то у них одинаковые. Но взгляд суровый. Но ничего. Долго ты так смотреть не будешь. Потом Наруто появится, хрясь. И все, победил. Опять фонари. Тоже была. И это была. И игрушка тоже повторная. Последний пакетик остался. Будет ли тут кто-то новый? По-моему, Наруто опять попался повторный. Карточки тоже были. Да, третий Наруто. Стращает всех своим кулачком. Правда, кулачок маловат еще. Но ничего, подрастет. Вот такие не совсем классные фигурки по манге Наруто вы можете найти в китайских пакетиках. Сами игрушки выглядят неплохо. Вот только все портят неровная покраска и не очень приятный запах. Из фигурок мне больше всего понравились Какаши и Минато. Вообще, не советую вам покупать эти сюрпризы. Лучше потратиться на более качественные фигурки по Наруто. А что вы думаете об этих сюрпризах? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня без сладкого.